Понедельник, 28 июня. Срочные новости из Турции. Турция на фоне обострения ситуации с пандемией, с распространением новыми штаммами по миру приостанавливает временно авиасообщение с 6 странами. Внимание! Бразилия, Бангладеш, Непал, Индия, Шри-Ланка и Южноафриканская республика. С этими странами с 1 июля приостанавливается авиасообщение. Также все прилетающие в Турецкую республику пассажиры, которые находились в этих странах в течение последних 2 недель, должны обязательно перед прибытием в Турецкую республику предоставить ПЦР-тест отрицательный, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда в Турцию. Дальше, внимание, после этого эти лица помещаются на 2-недельный карантин за свой счет или за счет государства. Это уточнять нужно, я не знаю пока что. Всем хорошего отдыха, привет из Алании.